Выходные лучше начать с пользой. Далеко идти не надо. На открытой площадке вдоль улицы Максима Горького каждый уикенд работает ярмарка сельхозпродукции. Фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели гарантируют изобилие даров природы и качество товара. На ярмарке представлен широкий ассортимент сельскохозяйственных товаров. Продукция пчеловодства, живая рыба, овощи и не только. У входа покупателей встречают десятки саженцев плодовых деревьев, кустарников, туй, цветов. Ценник от 10 рублей. Чуть дальше – мед. Старт стоимости – 7 белорусских. Самый ходовой – гречишный и липовый. Охотно берут и живую рыбу. Форель, карп, сом, щука, карась, толстолобик – от 3 рублей за кило. Здесь белорусская наша продукция. Яблоки, огурцы, помидоры, перцы, дайконы – все, которые нашим покупателям, потребителям именно нужно сейчас на данный момент. Очень много витаминов. Самые актуальные товары – это у нас винограды идут. Гранаты, мандарины, перцы из овощей, помидоры, огурец. Личная пасека, Осиповецкий район. Ассортимент разнообразный. Есть лесной мед, малина, крушина, цветочный, кипрей, иван-чай, как бы народное название. Цветочный с цветением липы, луговое разнотравье и цветочный гречневый мед. Мы с Бобруйска, частный питомник, предприниматели. Выращиваем плодовые культуры, но больше розочки, и декоративные, если лаванду, юка и так далее. Так, по осени больше берут семечковые культуры. Это яблоньки и груши. Картофель, лук, свекла, морковь чуть больше 70 копеек. Яблоко от 1,5 рублей. Большой ассортимент главного атрибута осени – тыквы. Покупатели щедры на комплименты. В прошлом году взяла много меда, брала 3 литра, брала самого разного. И нам он очень понравился. Мы решили, что вот в этом году мне тоже нужен мед. Беру разный. В общем, мед хороший. Специально пришел за яблоками медовый хруст. Потому что детям нравится. На прошлой ярмарке, например, картошки несколько мешков купил. Мне просто супер, мне очень нравится. Каждые выходные все свежее. Картошка, лук, морковка, здорово. Удобно, что каждый год весь город знает, просто супер. Удобно, что приезжают люди, продают то, что вырастили сами. Бобруйчане и гости города выстраиваются в очередь за свежими овощами, фруктами, ягодами и не только. Корнеплоды про запас берут телегами. Картофель, капуста, морковь, свекла разлетаются, как горячие пирожки. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.